сегодня, наверное, рыбалка будет не очень оригинальная, потому что два заброса я сделал. На двух забросах рыба сидит. Причем связал самодур. А висельки успел сделать только на нижних крючках. То есть вверху. Вот сейчас рыба берет просто на голые крючки. Вот. Вот я на два нижних сделал такую вот обвязку, а дальше раз, два, три, четыре, просто блестящих крючка. Делаю подальше заброс, взял сегодня 3,60 фидерный спиннинг свой. До 120 грамм теста у него. Плюс на дне. Клевок не было. Вот две, три подсечки и рыба сидит. Ну, она сейчас не крупная у нас. Поесть можно, наловить чего-то за вечер. Две рыбки средняя. В паре метров от дна она берет где-то. Рыбка берет исключительно покуда голые крючки. Такой средней силы я заброс делаю, особо упираться не надо, рыба есть. Они на падение тюкнули. Одна рыбка, наверное, сидит. Если доедет. Отвалилась.
Сидит пара рыбок. Ни резких подсечек делать не нужно. Просто поиграть крючками. Раньше как-то в первые годы я смотрел тут на местных. И местные с такой силой дергали. Ну и я одно время тоже так же делал. А этого делать не надо. Абсолютно. Неплохая рыбка, не крупная, но достаточно такая упитанная. В принципе, для этой местности нормально. Жду, покуда груз на дно упадет. Сейчас сильный боковой ветер, вот вроде упал. Не всегда видно. Сидят. Сидят. Это в прошлый раз, вернее предыдущий, так вот тоже тянул рыбку, такой удар почувствовал. Может, и луфарь ставриду сбивает. Я про такое читал, здесь с таким не встречался. Так что отгрызал луфарь ставриду, которую мотаешь. О, нижний крючок сработал. Вот сработал нижний. В принципе, здесь нижних два, самые такие рабочие. Я поэтому и взял вот недовязанный этот самодор. Давайте мы попробуем. Вроде же раньше когда-то на голые ловились. Лички, да, ловятся. По-моему, они там уже сидят, да. Нападение берет. Ну вот у нас здесь как ни крути, все-таки самодур самая эффективная. Самый эффективный способ ловли. Окно такое минут 40, так чтобы что-то поймать более или менее. Можно, конечно, ради удовольствия кидать пинкера. Но так, чтобы что-то поймать и съесть, конечно, нужен самодур. Здесь ставрида подходит к берегу по расписанию. Это расписание особо не меняется с годами. На дне.
пойму, есть ли. Ах ты. Зацепился за дно. Порвал груз, наверное. Да. Что я там оторвал? Один нижний крючок оторвался. Сейчас перевяжу и продолжим. Вот. Нарастил я немножко самодур, подремонтировал. Сейчас должно начать брать хорошо, наверное. Тишина. Это отошла рыба. Она подошла ближе. Крючки вроде на месте все. Должны работать. Блин. Продолжаем физические упражнения. Сидят, солнышко выглянуло. Спиннинг приобрел приятный изгиб. Соскочила. Оттуда ехала, соскочила. Но рыба мелкая. Не доезжает просто до берега. Рот рвется у нее. Тишина.
вот она сидит вроде. Но дотащить ее до берега очень сложно. Либо надо мотать. Ух ты. Откуда тянешь какие-то удары. Может, кто-то избивает. Удары ощущаются, когда тянешь. Сейчас голый крючок сработал. Оп. Вот они сидят. Ну, две рыбки точно сидят, а то и три. Сейчас хорошо виден изгиб. У соседа гирлянды. То есть рыба-то подошла. Пара штучек есть. Очередной заброс я сделал. Нападений ничего не было. Делаем проводку вблизи дна. Что-то я немножко не понимаю, где она. А, сосед бросает недалеко. Где-то она поблизости тут. Да, попробуем поблизости побросать. Есть, да. Вот. Полезно смотреть на соседей. Рыба сейчас подходит к берегу. Вот я заброс полсилы сделал. И сразу сидят. Такая приятная тяжесть на катушке ощущается. Ну, посмотрим,
все у нас доедет до берега. Три, четыре, пять. Одна упала. Все в банке. Все в банке. Легкий бросок, практически кистевой делаю. Но на дно опускать надо. Это, конечно, риск, но в данном случае он оправдан. Оп. И опять полный самодор. Ощущалось как штуки 4 во время поклевки. Ну да, у него рты рваные, у всех сходит. Метров на 50 где-то заброс получается. Да, и сидят на падении. На падении взяли. Одна рыбка уже осталась. Кажется, и та сейчас отвалится. Да, отвалилась. Сам себе, я, кажется, перехитрил, намудрил здесь. Thank you.
Так, продолжаем. Опа. Ой, сильновато кинул. Сидеть они сидят. Дотащим, не дотащим. Рыбка неплохая. Тридцать грамм груз у меня. Оптимальный размер, ну, оптимальный вес для спиннинга длиной 3,60. На падении ничего нет. Так, на третьей подсечке что-то сидит. Сосед вон зацепился, рвет снасти. Я здесь вот к этому месту более или менее чувств, понимаю дно, поэтому я опускаю груз сначала, а потом стараюсь повторить рельеф. Помню, где тут свал, и то не всегда получается не порвать снасть. Одна рыбка. Я когда на дно опускаю, у меня шнур в натяг. То есть он не свободно со шпуля. Не пойму, сидит там что-то или не сидит. Да, что-то сидит. То есть не свободно со шпуля он сваливается, а в натяг. И поэтому все крючки выстраиваются такую линию ближе к горизонтальной и часто на падение берет. Большая рыбка есть. Сейчас ставрида такая размером с хамсу. В принципе, жирок уже нагуляла, можно ее использовать. Еще. Чистить, правда, утомительно. Ну что поделать. По ощущениям 3-4 штуки сидит. Вот по ощущениям. Доезжает 1-2.
сидит. На голый. Чуть выше. На голый взяла. В самом низу. С ниточкой красной. Вот я сразу, как груз приводнился, сразу в натяг шнур делаю. И дальше смотрю на носик. Вроде не было ничего. Так-то вроде, когда эту технику освоишь, вроде, казалось бы, ничего сложного нету. Вот. По первости, как-то у меня не получалось. Вроде стоишь, слева гирлянды достают, справа гирлянды. Швыряешь этот самодур, дергаешь его, а рыбы достать не может. Такая вот ерунда. Груз на дне, поклевок нет. Вот на второй подсечке поклевка. Доехала одна рыбка. Что ли, да? Thank you.
Оп. О, приятная поклевка. Приятная. Не хочет она на берег-то. Хочет. Бах. Раз. Верхняя за горбу зацепилась. Два. Нижняя, неплохой размер. Три. Четыре. Есть, нет. Сидят. Ну что, получается чего? Понятно. Вот как рыба сидит, так оно чувствуется. Вот так вот видно хорошо. Что скажешь? Оп. Одна свалилась, вторая свалилась. Thank you.
4 нижних крючка сработали. Падение взяли. Как она на падение за спину зацепилась, поэтому ощущение было, что несколько рыбок попались. На самом деле одна была. Ты не добрасываешь, что ли, до них? Ну, кидай посильнее. Да все, оно летит. Просто ты палец... Я же показывал, что надо большим пальцем вот так прижимать, а не указательным. А ты указательным прижимаешь. И поэтому оно у тебя и не летит. Дай сюда. Такая вот рыбка. Ай! Уплыла. Thank you.
На дно опускай. Поклевка будет. Ну, дергать надо резче, когда опустил на дно, потом поддернуто, а не просто тянуть, мотать. Это же не блесна вращающаяся. Да, рыба подошла близко. Дальние забросы делать смысла нету. И рыбки сидят. Очень часто сегодня крючок выбивает с внешней стороны рыбину. А, с икрой она, понятно. Не нерест. Че, типа ты поймал? Понятно. Нападение. Дела. Часто сегодня на нижние крючки подряд, нижних 3, нижних 4, поклевки происходят. Yeah.
То же самое. Нового крючка? Да ты шо? К сумеркам рыбка-то покрупнее. Ну, не сильно намного, но, в принципе, более крупные попадаются экземпляры. Да, да. Я-то подальше кидаю, чтобы цеплялось поменьше. В принципе, вот самая такая ставридная погода сейчас. И самое ставридное время. Уже становится неинтересно просто. Thank you.
пошла. Повезло. Рыбок сидит. Спрыгнула. Тут уже без комментариев. И на первой же подсечке ощущается приятная тяжесть в руках. Что на каждом крючке бам. Всю рыбу беру, даже мелкую, потому что ее, конечно, с порванным ртом отпускать, ну, вообще смысла нет никакого. Ну, потом она сейчас сядет, мелкая.
Ну, мотаем, просто мотаем. Заброс и мотаем. Заброс и мотаем. Это что называется на результат. Ловить. Достаточно крупненькая попалась на голый крючок. Есть поклевка. Да я с камерой разговариваю. С камерой разговариваю. Сидят красавицы. Здесь местных, когда спрашиваешь, где-нибудь встречаешь их. Вот так, рыба есть. Да, есть. Торбочку наловил. Здесь никто не считает. Там ни штуками, ни десятками. Торбочками. Приятное сопротивление ощущаешь в локте. Одна единственная рыбка, но, в принципе, такой уже размерчик вечерний. Вечерний.
сидит мелочух какая-то уже. Хотя нет. 3-4. 50. Ошибся, 3. Сидим. Целая гирлянда. Ведерко потяжелело, аж плечо режет. На каждом забросе нападение берет.
Ну, сейчас это все закончится, минут через 10 уже все. У нее вот такие глаза были, да? Одинаково сегодня хорошо берет и на голые крючки, и на неголые. Я вообще разницы не заметил. На каждом забросе берет. Рыба подошла, рыба активно кормится. Рыбы много. Первой же подсечки. Ну, видишь как? А ты говоришь, бамбуковый спиннинг плохой.